Всем привет! Решил прикупить себе вот такой вот электронный уровень от нового суббренда компании Xiaomi, называется Аку. Может быть у меня неправильное произношение, но в общем-то как-то так. Его характеристики, если кому интересно, я так понимаю, что работает он до 10 метров, погрешность 0,5 миллиметра, и моделька называется AK311. Здесь у нас э, легкость, компактность, я так понимаю, и что-то еще. Так, погнали. Достаем. В комплекте у нас идет сам уровень. Небольшая инструкция. Полностью на китайском языке, как мы видим. Э, он у нас не какой-то не умный, к телефону подключаться не будет, так что, я думаю, разберемся. Есть сам уровень выглядит вот так вот. Довольно-таки неплохо. Весь прорезиненный. Сверху кнопка включения лазера. С задней стороны у нас вот здесь отсек для батареек. Подходят две батарейки формата 3А. И вот здесь у нас рычажок блокировки-разблокировки самого уровня. Уровень у нас зафиксирован. Как вы видите, вот сейчас он криво стоит, потому что он зафиксирован. И как только я вот этот отщелкну блокировку, то он освободится и будет уже выравнивать, как нам надо. Вставляем батареечки. В общем-то, все. Снизу у нас есть резьба под крепление. Крепление идет в комплекте. Это у нас, ну, не знаю, такая. Мини-штативчик, на который можно будет закрепить данный уровень. Причем его можно будет закрепить. Сейчас покажу. Можно будет закрепить, например, на стол, на какой-нибудь, не знаю, полку, еще что-то. Так что довольно-таки удобно. Здесь у нас шарнирное вот такое устройство, которое мы немножко можем расслабить, прикрутить наш уровень не зафиксировать будет держаться в общем в том положении, в каком вы его поставите. Давайте теперь я его включу. Включаем и есть лазер светит. Лазера два, как вы видите, один светит горизонт, другой светит вертикаль. Вот как это выглядит. Выглядит это вот таким образом. В данный момент он сейчас, как вы видите, светит туда, куда я направляю, потому что он не разблокирован. Как только я его разблокирую, оп он будет светить только ровненько по горизонту и по вертикали вот если вдруг что-то будет как вы видите уровень меняется да? выставлять уровень не надо то есть если что-то заваливается сильно то сверху кнопка сигнализирует красным и значит нам надо искать более ровную поверхность и начинает моргать сам луч Для чего же может понадобиться данный уровень? В общем, применение куча. Например, прочертить прямую линию для того, чтобы проложить потом плитку по ней. Например, чтобы повесить ту же полку. Вот я хочу, например, повесить полку. И чтобы не заморачиваться с простым таким советским уровнем. Ну, не советским, ладно, железным уровнем с пузыриками. Вот решил прикупить такую штуку. Штука недорогая, как мне кажется. Вот. Может быть не такая какая-то супер навороченная, как, например, от какого-нибудь Bosch или еще какого-нибудь знаменитого бренда. Вот. Но выполнена неплохо, прорезиненная и, мне кажется, ничем не уступает э, знаменитым, известным брендам. Пока э, АКУ... Это ну такой малоизвестный, я так понимаю, что бренд ну по крайней мере у нас малоизвестный. Вот и возможно, когда они раскрутятся, они станут более дорогие. но на данный момент цена мне кажется довольно таки адекватная для такой штуки. плюс вам еще дается комплект крепления. не все кладут в комплект крепления такие. Вот Так что мне кажется супер. Ссылочка на данную штуку оставлю под видео, как всегда. Жду от вас комментариев. Что вы думаете, пишите. Всем пока.